Стив, у тебя хватило смелости бросить учебу. Высшее образование не заменит опыт. Босс, над чем колдуешь? Это компьютерный модуль, который подрубается к телеку и выводит изображение. Стив. Ого. Это произведение искусства. Никто не делает ничего подобного. Добро пожаловать в Apple Computer. И это все? Это стартап. Полагаю, 90 кусков для начала хватит. Я не ослышался? Если возьмете меня на борт. Сегодня Apple Incorporated вышла на биржу. Даже мельчайшие детали должны запоминаться. Шрифт — это не самое главное. Проваливай. Он пытается развязать войну с IBM. Он творил невозможное с нашей первой встречи в гараже. Я строю империю, а они хотят отобрать ее. Остановись, или я не смогу защитить тебя. Это наглый грабеж. Я отсужу у вас каждый цент! Твой самый большой враг ты сам. Единогласно. Стив отстранен от управления компанией. Спустя 10 лет после ухода Стива Джобса, будущее Apple Computers туманно, как никогда. В жизни нужно многое успеть. Мы восстановим славу Apple. Хвала безумцам, одиночкам и бунтарям. Лишь безумец верит, что ему под силу изменить мир, и потому меняет его. Джобс. Империя соблазна. Если мы беремся за это, нам нужно название. Apple. Звучит круче, чем Phaser Beam Computers.